На Красноармейской меняют аварийный участок водопровода. Необходимость. И автомобилисты готовы мириться с ней и терпеть временные неудобства. Но процесс восстановления проезжей части изрядно затянулся. Почему до сегодняшнего момента только сегодня вычистили камеру? Перерезку шли. Я подхожу, в этой камере мы перешли от нового водопровода к старому. Просто это требовалось времени. Смонтировать камеру. Вода, грунтовая вода, плывун здесь. Глава Анапы несколько дней назад во время рабочего объезда сделал замечание по качеству восстановительных работ. Ливневки не расчищены, и аргумент железный. Это не наша работа, асфальт не положен, ждут погоды. На вчерашний день активности в действиях подрядчиков так и не появилось. Я здесь был 3 дня назад. Что изменилось, скажите? 5 марта вы начали работать. Да. Сколько надо времени, чтобы положить вот эти 150 метров? Сергеев был непреклонен завершить работы и засыпать разрытие. Сегодня требование главы выполнено. Заметно, правда, что спешили. К восстановлению проезжей части подрядчикам надо подойти с большей ответственностью. В противном случае придется платить неустойку и переделывать.